И вот ректоры медуниверситета УФО, представители вузов, курирующих реализацию образовательной деятельности, принимают участие во Всероссийской научно-практической конференции «Компетентностная модель высшего образования». Уже второй раз организатором встречи становится Тюменский медицинский университет, участник программы «Приоритет-2030». О главных темах конференции в материале Елена Старожук. Сегодня медицинский вуз – это не просто учреждение по подготовке кадров, но и центр создания технологий, пространства, взаимодействия исследователей-инноваторов. Современному выпускнику, кроме базовых компетенций, требуется и ряд других. Профессиональный врач, который владеет цифровыми технологиями, умеет общаться с пациентом и ценностно относится к его интересам. Мы можем иметь любое оборудование, можем иметь самые современные, самые красивые стены, но если у врача, у медицинского работника нет ценностного отношения к пациенту, в большинстве своем все остальное оказывается бессмысленным. Именно такой образ выпускника будущего ждут в медицинских учреждениях. Как достичь такого результата, в течение 3 дней будут обсуждать представители образовательных учреждений Москвы, Казани и городов Уральского федерального округа. Здесь играет большую роль личный пример преподавателя. И студенты следуют ему. Это даже не часть формальной учебной программы. Это то, что называется скрытая учебная программа. Студент привыкает к той среде, к тому окружению, в котором он учится. То, чем мы хотим поделиться, это прежде всего фокусировка на научно-исследовательских инновационных проектах и подготовка молодых специалистов, способных участвовать в этих проектах, этим самым развивая и себя как личность, и проекты, и в целом отрасль здравоохранения. Интересные решения, принятые на конференции, внесут в образовательные программы студентов уже с нового учебного года. Елена Старожук и Дмитрий Бурматов. Тюменская служба новостей.